Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну что, ребята, наступило время для корситы. У нас задание. Вот здесь. Корсита идет ва-банк, устраивая крутую вечеринку в попытке вернуть самых ценных клиентов ввиду шороха, наведенного в Агуа-Верде. Обломайте тусу и возьмите корситу. Как крупный игрок он кончился. Ну, в принципе, все понятно. Берем корситу и миссия пройдена. Погнали. Слушай, а нахрена я побежал? У нас же мотоцикл есть. Так, находим ближайший вертолет и будем добираться на вертолете. У меня мотоцикл. Потому что там пиликать нам не ближний свет. Ну что, ребята, повеселимся, наверное, маленько. Так, до цели у нас 2,8 километра, да? А вертолет вот здесь. Интересно, доберусь я до него на мотоцикле или нет? Ладно, проверим. Так, 240 метров. Ну какого хрена ты не можешь заехать? О, нормально вытянул. Ё-моё, опять забор какой-то тут. Нескончаемый, бесконечный. Надо поискать лазейку. Так, ну пока ничего не вижу хорошего, путнего. Ё-моё, нифига он там протяженностью какой. Хотя, погодите, ребята, вижу коробку какую-то. Возможно, она мне поможет перебраться через забор. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Ну да, все отлично. Получилось у нас. Блин, а тут еще горы, а? Через горы я навряд ли пробегу. Надо их оббегать. Давайте вот здесь вот. Где поположе. Так, это что такое, не могу понять. А, это повстанцы же. А, ну это наши ребята. Тут можно быть спокойным. Ну что же, ребята, спасибо вам за вертолет, предоставленный мне. Ё-моё, он что, покоцанный, что ли? Или нет? Что-то не пойму я. Давайте проверим. Я за штурвал. Да не, вроде нормальный. А выглядел как будто... А выглядел как будто покоцанный. Ну что, 2,6 километра полетели. Одного у корсита не отнять. Он не умеет вовремя выйти из игры. Ты о чем? Мы перевернули этот курорт вверх дном. Осталось разве что спалиться дотла и посыпать землю солью. Любой другой на его месте понял бы намек, а Корсита решил устроить вечеринку. Он идет ва-банк. Если он не убедит гостей ВИПов в своей надежности, они навсегда покинут Агуа-Верде. А тогда он понесет убытки. И здоровье пострадает, если ничего не наладится, отвечать ему перед мечтателем. Да, верно говоришь. Надо было сматываться, он затеял вечеринку. Ну что ж, это нам только на руку, ребята. Так, главное аккуратненько посадить вертолет. Похоже, вечеринка Корситы. Черт, и как же нам найти Корситу в этом бардаке? Внимание к себе не привлекаем. Находим Корситу, а потом начинаем действовать. Ясно? Ясно, босс. Угу, не привлекаем внимания. Все понятно. Отыщите Корситу. Это что еще за олух? Цель ликвидирована. Ё-моё, у меня что, глушака не было? Точно. Блин, шумиху поднял по ходу дела, ребята. Ладно, посмотрим. Смотри, как ходит тут сморчок, блин. Отдохни немножко там в кустах. Не до тебя сейчас. Так, давайте ко мне, ребята. Народ, все сюда. Принято. Мы поручили повстанцам провести разведку. Ясно. Передаем данные о расположении врага. Кстати, сколько раз я этого не делал, никогда не дают никакого расположения. Так, что, заметили, что ли?
Да, ну быть такого не может. Они идут, что будем делать? Точно пропалили. Это мой шанс. Атакую. Враг готов. Так, отсюда хрен кого взять на мушку, надо бежать. Ну где ты тут? Ага. Блять, промазал. Иди сюда, вот. Готов. Эти пальмы закрывают весь обзор, а? Ничего не видно. Беги отсюда, парень с кроссовками. Чеши как можно дальше. Не, замечательная разведка, да, у повстанцев, блин. Даю координаты, блин, местонахождение врагов. Как было неизвестно, так все и осталось. Ладно. Главное взять Корситу. Двигается там, блин. Так, ну что, ребят, затишье какое-то. Ага, затишье. Так, это у нас мирные. Мирных мы трогать не будем. Да где палит-то он, а? Пойму, с крыши, что ли? Чего вы, ребятушки, расслабьтесь. Опа-на, вот и Корсита. Привет, родной. Силенсио, марше. Все, достали. Я хочу адвоката. Кого? Мы не шутим, придурок. Твой адвокат может разве что проверить завещание. Эй, погоди. Давай обсудим. Сколько денег вам надо? 500 тысяч? Я дам. Мне это расплюнуть. Ты знаешь, кто мой отец? Мне насрать на деньги, Корсита. Я работаю на правительство США, только на подтирку моей жопы идут миллиарды. Косёная кормушка, мудила. Чего тебе от меня надо? Мне нужен список. Список всех, кто посещал ваше заведение. Я не знаю. Да лукура, ну ладно. Я вам ничего не говорил, но... Все данные по гостям есть на сервере, идёт. Так, что за сервер? Где сервер? Список випов Корситы. Найти сервер. Так, не понял немного я. Что ли, здесь где-то находится? Да танцуйте, танцуйте. Ну, что ты, ух ты, напугал? Трансвестит сразу видно. Да, ребята тут шикуют. Не слабо. Чё, пучеглаз, иди отсюда. Шли-ка бы вы, ребята, лучше домой, а? По-хорошему. Нет, ребят, здесь, по-моему, нифига нету никаких серверов. Наверное, он нас надурил. Так, ну, я же говорил, надурил. Нету здесь ни хрена. Ё-моё, он вообще на другом месте. Надо ж было так лопухнуться. Ладно, ребята, погнали до вертолета. На вертолете мы в мгновение ока добираемся до места. Взламываем сервер и... все чики-чики. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ну, кровище, автоматы. Так, полетела птичка. Так, сколько у нас до цели? 2,5 километра, по-моему, если не ошибаюсь. Есть такой сервер, на котором хранится список привилегированных клиентов курорта Корситы. Взломайте его и достаньте мне список. Будет сделано, Боуман. Боуман, в Агуа-Верде порядок. Эти гости больше никогда сюда не приедут. Кроме того, Корсита сказал, где список. Идем к серверу. Хорошо, за дело. Конец связи. Так, 1,2 километра. Ну, сейчас быренько долетим. Ну и заодно глянем, как там обстановочка. Думаю, сервер просто так не будет там стоять без охраны. Придется немножко повоевать.
хотя с виду какой-то невзрачный поселочек. Хотя вертолет стоит. Вышка. Значит, снайпера там обеспечены. Если Секвипов попадет в открытый доступ, начнется ад. Картель лишится поддержки влиятельных людей. Что будет с Корситой, когда мечтатель об этом узнает? Ему стоит подыскать местечко, где Санта-Бланка до него не доберется. На Марсе или на дне Марианской впадины. У Корситы все будет путем. Такие, как он, всегда выживает. Он исчезнет, а через пару лет станет управлять каким-нибудь отелем на Ривьере. Бог помогает дуракам и пьяницам. И мерзким говнюкам по имени Корси. Блин, приколисты, а. Так, тихо, давайте. Так, да кто там палит-то опять уже, а? Не успел приземлиться. Так, ну пока вроде бы... Все ко мне! Ясно. Мы попросили поддержки повстанцев. Ясно, амиго. Я рядом. Давайте, ребята. Мне здесь, наверное, одному не справиться будет. Что за установка еще тут такая? Так, ты что там стоишь? На, нахер. Блядь, промазал. Так, ее можно отключить. Ладно, ребята, отключаем ее. Пускай будет в нерабочем состоянии. Черт, минометный огонь! А вот это уже плохо. Иди сюда, блядь. Так, лучше взять автомат. Ну где вот там крысы помойные? Так, это мой уже, я уже подумал. Так, где-то здесь должны быть припасы. Но я не могу найти их. Так, а тут что у нас? Генератор какой-то. Надо вскрыть и отключить. Так, замечательно. Наверх, что ли, пробежаться? Не пойму я, где тут этот товар, груз? По карте вроде как-то здесь отмечен, но я не вижу его. Что это за коробочка? Просто. Давайте еще повыше поднимемся. А, вот. Один нашел. Замечательно. Медикаменты плюс 50. Тут можно еще выше подняться. Ага, вот и вторая. Защищаемся, вот какие у меня идеи. Так, один ныкается там. Ты когда говоришь снайпер, ты хотя бы мне пометку делал, где он. Ага, минометчиков вижу. Надо сваливать отсюда. Так, вижу снайпера. Пойду-ка навещу его. Здорово, Олух. Этот готов. Черт, минометный обстрел. Да уже понятно, что минометный обстрел. Блин, лишь бы не разбиться на таких прыжках. Прячься, тупица. Да какого хрена пить зарядка там не вовремя всегда, блин. Ёб, нихера я тут ниндзя. Среди обстрела бегаю. Так, надо мне в это здание попасть. Опа, а тут что у нас? А, тут ничего.
Блин, где-то медалька тут лежит. Награда картеля, возьму на память. Вот сервис со списком гостей. Так, где сервис? Ага, вижу сервис. Какого лишнего вы тут отдыхаете? Докромсал все-таки. Так, взламывай. Пока все идет чики-чики. Так, обороняйте позицию, пока взлом не будет завершен. 3 минуты. Замечательно. Так, ребята, ко мне все. Эй, все сюда. Принято. Держите периметр, пока идет загрузка. Так, будем обороняться. Сюда летит вертолет. Это плохо. Одним врагом меньше. А вот это хорошо. Какого хрен ты там гуляешь? Иди сюда, блин. Ну, пока... А, не, идут, ребятушки. Враг готов. Да, видел я. Тут, оказывается, 2 вертушки. Обнадеживает это все дело, ребята. 2 минуты. Его больше нет. Блин, они все прибывают и прибывают, а? Долбаните их из пушки уже, срочно. С какой пушки вы хотите меня долбануть, уроды? Мы запросили минометную поддержку. Вас понял. Есть огонь. А куда ее на... Ё-моё, я ее назначил на себя, придурок. Вот дебилоид. Этот готов. Так, минута осталась, ребята. Опа, еще ящик. Всем залечь, вертушка. Дайте припасы хоть взять. Не дает, летает рядом. Так, похоже, что там все успокаиваются. Так потому что они решили, что мы ушли. Должен успеть, должен. Отлично. Радиотехника плюс 50, нормально. Ну что, осталось 15 секунд. Пять секунд. Бинго. Получите список випов. Боуман, Вагва Верде все чисто. У них уйдут годы на восстановление отношений. Бизнесу Корсита Вагва Верде конец. Кое-кого из списка почетных гостей ждут очень неприятные встречи. Правительственная пресса задается вопросом, какого хера они делали в Боливии. Мы молодцы. Не давайте им спуску. Загрузка закончена. Уходим. Мне вообще не хочется знать, кто в этом списке. Весь бильдербергский клуб. Что? Он самый. Рамон Фелис. Блогер, ученый, журналист. Всю жизнь он хотел говорить правду. Но чью правду? Свою? Фелис считал, что есть лишь одна правда. Но правду, как и историю, пишут победители. Его блог день за днем клеветал на меня. Разумеется, нужно было принять меры. Я нанял хакеров и отследил его. И предложил работу. Я объяснил ему, что моя правда предпочтительнее. Она сохранила ему жизнь. Рамон Фелис всю жизнь хотел говорить правду. Что ж, он получил больше, чем хотел. Так, ребята, что у нас тут по файлам? Слово мечтателя. Новое.
Давайте глянем. Погоди, погоди, мы это уже видели. Влияние, убеждение, победа над сердцами и умами. Они хватают за волосы и не отпускают. Санта-Бланка, хитрожопые ублюдки поняли, мало быть частью истории. Нужно создавать ее самим. Кардинал. Ярый последователь культа Святой Смерти. Хочешь влиять на людей? Заручись помощью Бога. А это значит, костлявая, белая сестра, угодник Святой Смерти и сама Святая Смерть. Потому что, честно говоря, есть вещи, которые даже Богу не под силу. Кардинал? Радио, телевидение, живые выступления, концерты. Он везде. Мечтатель держит народ взятками и страхом. А у кардинала есть кое-что помощнее. Души. Хотите избежать вечных мук в аду? Это можно устроить. Нужно поддержать картель Санта-Бланка, и вам воздастся. На другой чаше общественно-государственных весов Рамон Фелис, наркоблогер. У него тихий нрав, но это гений СМИ. Цифровой бог Санта-Бланки. Печальная история. Он был серьезным журналистом, показывал картель подонками-социопатами, какими они и являются. Его перевербовали. Теперь он штампует пропаганду для СБ, будто это вопрос жизни и смерти. В блоге, в Твиттере, YouTube. Не покорил кардинал? Покорит Фелис. Они тебя по-любому достанут. Эти двое – инь-ян политической машины Санта-Бланки. Святость и грех. Государство и общество. Сердце и разум. Да, ребята, хорошая клиентура нас ждет впереди. Так, ну что у нас здесь? Давайте посмотрим навыки. Так, не хватает, не хватает. Боеприпас. Вот это можно выучить. Так, ну тут вроде бы все. Так, мина. Не хватает. С4. В принципе, пока не нужно. Зона меток тоже не особо. Как-то не ахти. Так, обученные повстанцы. Вот это вот можно выучить. Ну и на этом пока все. Так, ну что у нас по карте? Какое задание-то у нас? Не врублюсь. Так, ладно, нам надо посещать новую территорию. Поехали, ребята. Нужен вертолет. Так, припасики. Лишним никогда не будут. Вертолет, ложись. Да поняли, что вертолет, блин. Снайпер, вертолет, ложись, ложись. Задолбали, блин. Так, где медаль? Мне нужна медаль. Медаль должна быть здесь. Ага, вот родная лежит. Не стыдно прицепить на парадную форму? Не стыдно, будет как раз самое то. Так, ну что, ребят, теперь на вертолет бежим. Чертов снайпер взял нас на мушку. Сейчас, ребята, минуту. Я взлетаю уже. Два вертолета, хреново дело, блин. Нам с ними не совладать, надо сматываться. Так, давайте по карте куда-нибудь отметку сделаем. Ну, вот сюда приблизительно. Не будем ее держаться. Блин, лишь бы вертолет уцелел. Он у меня уже дымится, да? Да.
маленько есть. Там 1,5 километра осталось. Ё-моё, палят прям по мне. Не, они не отцепятся. Я слишком медленный. Так, сигнал о том, что вертолет скоро взорвется. Бляха-муха, ребята. Ну, вроде вылезти успели, да? Да. Ну что ж, придется плыть. Другого выбора нету. Так а что ты мне прикажешь делать, если я в воде, снайпер, блин? Нырять он не ныряет. Вот только приходится плыть так. Вот живая мишень плывет, а? Стреляй не хочу, называется. Ой, блин, задели. Ё-моё, сейчас убьют же. Я дайте за гору хоть спрятаться, за скалу за эту. Так, интересно, а как я буду пробираться туда дальше-то? Здесь кругом горы. Замечательно, просто влип. Ё-моё, даже кусты не помогают. Так, ну что, вроде улетает, да? Или мне кажется? Улетают. Ну, это хорошо, ребята. Так, можно продолжать движение. Блин, опять вернулись, а? Ну что там, медом намазано, что ли? Не, ребята, они так не отвяжутся. Так, ну что, давайте глянем, что у нас здесь. Слушайте, мне такое ощущение, что бесполезно мне идти сейчас туда. Прямо, там одни горы, и мне не пробраться через них. Здесь мне не подняться. Не, ребят, это, по-моему, бесполезняк вообще. Наглухо. Никакой даже просвета никакого нету. Снайпер, пригнуться! Да ладно, блин, пригнуться. Я думаю, блин, возвращаться, что ли, придется. Куда здесь можно вернуться? Давайте глянем, ребята. Так, вижу вертолет. Блин, я до сюда добираться, наверное, вечность буду. Ну, а выбора-то нету все равно. Так, может быть, сюда рвануть? А что мне это даст? Ничего. Скорее всего, придется обратно вот сюда, где вертолет. Другого выбора я пока не вижу, ребят. Мы на прицеле у снайпера. Да понятно все. Почти доплыл, осталось маленько. Да ё-моё, еще этот тут заметил меня. Вот незадача. Пойдемте немножко разберемся с ними. О, лишь вот тут. Так, вот вертолетик мой любимый.
Гоу-гоу-гоу-гоу, сматываемся. Блин, только не говорите, что вы мне этот сейчас вертолет покоцаете. Куда ты летишь, блин? Да поднимайся ты вверх. Да я чихать хотел, что там снайпер, мне чуть не взорвали, блин. Дай-ка мне припасы. Так, что куда дали? Так, повстанцы, молодцы. Давайте отвлекать их. Ну что, главное, что я попал на эту карту, на эту территорию. Их лейтенант убегает. Осталось дело за малым. Снайпер, пригнуться! Так, какого лешего ты тут делаешь? Ну-ка, давануть его нафиг. Все готово. Лежать. Спрячься. Спрятался. Все так. Ко мне. Точно. Это что за хмырь там едет? Мы на прицеле у снайпера. Лейтенант. Надо его догнать. Блин, и ни одной тачки по пути нету, а? Что, специально, что ли? Блин, все-таки хорошо иметь усиленный бронежилет. Так, а здесь что у нас? Разведданные, да? Ух ты, сколько пооткрывалось сразу. Так, а Чепушила-то у нас уезжает. Надо его ловить. На землю, вертолет. Да чихать, я хотел на твой вертолет. Не попадут по мне. Я бегу. Снайпер. Гребаный вертолет. Во, вот тачка. Так, мужик, вылази отсюда. Ну что, как думаете, есть шанс у меня догнать его или нету? Давайте попробуем. Так, бабу лишь бы не сбить. Нормально. Так, ну что, вроде бы пока. Какого хрена ты тут лезешь, блин? Бля, у меня уже тачка дымится, а? Как бы не рвануло. Ну так-то, конечно. Боуман, здесь Намат. Мы в Акора. Какая задача? Акора — главный центр производства кокаина в Боливии. Эту сеть создал дед, и она старше Санта-Бланки лет на 10. Когда дед присоединился к картелю и стал главным по производству, он передал контроль над провинцией своему внуку, эмиссару. Эмиссару? Большую часть времени он проводит не здесь. Трется с политиками в Сукре, смазывая колесики коррупционного механизма. Это не его дело вообще-то, но он мнит себя неотразимым и воображает, что его дед станет им гордиться. Дед смотрит на это сквозь пальцы, пока дела в Акоре идут нормально. Собственная сеть настолько отлажена, что сама собой руководит. А с остальным управляется помощник комиссара. Проникайте, собирайте инфу по производственным точкам и начинайте ставить их на уши. Эмиссару придется вернуться в Акоры и налаживать дело, пока дедушка не узнал. Тогда мы схватим его, а через него достанем и деда. А нахрена картелю старый рыбокомбинат? Здесь наверняка должна быть лаборатория. Просто одна из целей, что мы ищем. Поехали. Есть что-то от Боумен. Похоже, какая-то инфа по эмиссару. Так, ну что, давайте глянем. Доступное видео какое-то новое. Вы все знаете деда. Боливийский лидер картеля Санта-Бланка и глава производства кокаина. Но вы вряд ли знаете его внука. Гонсало Яна. Он же эмиссар. Дед научил эмиссара всему, что умел. Делать лучший порошок во всей Южной Америке. Поддерживать отношения с местными. И самое важное — служить господам из Санта-Бланки.
Эмиссар боготворит деда и сделает все, чтобы тот им гордился. И это делает эмиссара идеальной мишенью. Его самый большой страх — опозориться перед дедом. И если мы прикроем его кокаиновое дело Вакора, он примчится. И там мы его возьмем. Если повезет, он расскажет нам все о своем драгоценном дедуле. Ну что, ребята, значит, наша цель — эмиссар. Так, что можно обучить? Нельзя. Блин, абсолютно ничего нельзя, а, ребят. Не хватает очков у нас. Точнее, даже не очков, а... еды, кормежки, радиотехники. В общем, элементов. Так, ну хорошо, давайте тогда посмотрим, что у нас за цель. Так, блюда и скоки. Акора. Ну что же. Картель использует бывший рыбзавод в Акора как лабораторию по изготовлению кокаиновой пасты. Найти и взорвать. Хм, будет сделано. Уничтожьте все печи и миксеры. 5 штук. Так, а этот-то нам вообще нужен или нет? Ну-ка, давайте его допросим. У тебя 5 секунд на то, чтобы все рассказать. Ага, просто данные, я ясно. Я не стукач, но про это я тебе расскажу. Появилась инфа по вертолету снабжения, можем его угнать. Так, по вертолету снабжения это хорошо, но у нас здесь задание рядом. Так что, наверное, мы все-таки рванем туда. Тут всего ничего доехать-то. Блин, опять эта поганая музыка, а. Чтоб ее, блин, хоть без машины беги. Так, а что здесь такое за отметина? Непонятно. Так, ну что, в принципе, тут немного-то бежать 300 метров. Вижу одного на кондилерах, прямо у контейнера. Где, у каких контейнеров, я не пойму. Блин, темно, ночь наступает. Это не очень хорошо. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Стоит. Ознакомьтесь с отчетом Боуман по схеме выработки коки Санта-Бланкой. Главные тут дед и гринго. Дед боливиец. Раньше выращивал коку, теперь делает кокаин. Похоже, гринго химик-неудачник. Когда-то работала на НКО здесь же, в Боливии. Затем примкнула к картелю. Так, опять у нас доступное видео новое. Давайте глянем, ребят. Дед родился посреди боливийской коки. Мать таскала его на спине, пока он не подрос и не смог работать сам. Дед всю жизнь собирал листья, мозоли на руках, боль в спине, разбитые в кровь ноги. Но он никогда не извлекал алкалоиды, чтобы делать кокаин. Для деда лист коки был древней традицией, уходящей вглубь веков. Лекарством, культурой, священным растением. И янки, конечно, были с ним не согласны. Они назвали это «операция достоинства». Дед был простым фермером, но весь его мир был разрушен. У него не осталось другого выхода, кроме того, что он поклялся никогда не делать. Производить кокаин. Так усилия янки по прекращению производства кокаина привели к созданию величайшего в истории его производителя. Ну что же, ребята, очень была занятная история. Ладно, что у нас тут? Данные от Боуман. Это мы вроде все смотрели. А нет, не смотрели. Давайте глянем. Кокаинопровод Санта-Бланки. Управляющий дед. Все начинается со сбора урожая Эритроксилум новогранатанс, он же кокаиновый куст. В роду Эритроксилум 200 известных видов, но только 2 содержат достаточно кокаина, так что нужно знать, что сажаешь. Дед знает прекрасно. Сначала его люди обрывают листья, потом сушат их, измельчают и отправляют в лабу. И в игру вступает она, Гринго. Химик из штатов с IQ под стать клубу Менса, не отягощенная принципами.
Они берут листья, перетирают их слаймом. Да-да, слаймом. Потом заливают соляркой. 3 дня мешают. Можно в стиральной машине или бетономешалке. Но в Санта-Бланка мешают вручную. Потом добавляют в это дерьмо серной кислоты, щепотку едкого натра и бум! Кокаиновая паста. Его сушат, добавляют кислоты, и порошок, считай, готов. Но его нужно очистить, ведь желтый порошок ни один дурак вдыхать не захочет. Так что? Еще чуть-чуть кислоты, перманганата калия, пиролюзит. Вкуснятина, да? Фильтруем аммиаком и получаем прекрасный белоснежный кокаин. Ну, эту технологию все знают, верно? Что же отличает Санта-Бланку? Что делает СБ брендом? Они просекли фишку, как наладить массовое производство по индивидуальным заказам. Генетика, логистика, механизация, ультрасовременные лабы, контроль качества и, конечно, секретный соус. Они гении. Они вывели производство кокса на новый уровень в 22 век. Их лаборатории — это как конвейер Генри Форда. Они новаторы, изобретатели, они СБ. Не игра, ребята, а просто ходячая энциклопедия. Все так подробненько расписали, молодцы. Так, значит, ребят, давайте мы посмотрим, что можем сделать. Снаряжение. Так, дрон, мины, С4, приманка, автомат. Так, что я могу здесь выбрать? Ё-моё, ещё сколько видов орудия, а? И не открыто все. Так, это под категории, да? Угу, ну это мне не надо. АК-47, я считаю, на данный момент пока самой лучшей винтовкой. Давайте посмотрим. Так, ну это мой профиль. Это все ерунда. Так, ну-ка давайте глянем. Ракетница почему-то у меня... А, она закрыта еще. Ну, а что у нас в персонаже? Давайте для глаз глянем, что тут можно. Повязка. Так, давайте я в золотой оправе. Вот это будет самое то для меня. Че, я недостоин, что ли? Так, ну что в аксессуарах у нас? Головные уборы. Это хорошо, это я люблю. Шляпа. Нет, это не то. Во. Вот такую хочу. Нет, это какая-то... Вот эту возьму. Флисовая шапка. Тоже, в принципе, неплохо. Но я хочу кожаную. Так, что у нас тут? Рюкзачок. Лейба. Ну что ж, давайте глянем, что здесь можно себе поставить. Ну, есть еще повыбирать, есть. Так, животные. Так, что еще есть? Гарнитуры. Давайте цешечку, наверное, поставим себе. Так, рюкзаки. Блин, смачные рюкзачки-то, а? Наверное, вот эту оставлю себе. Так, раскрасочку поменяем. Так, ладушки. Так, теперь осталось, что у нас? Специальная экипировка. Ну, вот это вроде ничего так смотрится. Так, ладушки. Маски. Так, давайте мы, наверное, знаете что, ребята? Сигару ставим. Нравится мне сигара.
Так, нашивка. Ух ты, нашивок-то сколько, ё-моё. Я даже не знаю, что взять-то. Слишком соблазн велик. Давайте вот это оставим. Так, теперь у нас что идет там? Перчатки. Блин, ну я предпочитаю, наверное, ребята, без пальцев. Давайте без пальцев оставим. Вот так вот. Ну что, и все вроде, да? Параметры тела. Раскраска. Вот это мне нравится. Давайте выберем. Так, а что тут еще? Параметр тела. Тату. О. Умри. Оставим. А на левой руке? Слушайте, давайте моя семья. Мне нравится. Так, ну и как это у меня будет все смотреться при общей картине? Блин, как-то не ахти. Да и фиг с ним, в принципе. Так, 5 очков. На что-нибудь-то хватит, нет? Элитный стрелок. Да. Первый уровень всех навыков типа оружия. Ладно, ребята, продолжаем уничтожать печки и миксеры кокаиновые. Так, где-то этот паскуда здесь ходит. Недалече. Надо его выследить и чпокнуть. Вертушка единство на подлете. Залечь. Да, вот это вот хреново, что вертушка-то на подлете. Не нужна она нам сейчас. Да где этот улух там ходит? Похоже, мы их рассердили. Ладно, все. Вот он. Его больше нет. Так, погоди-ка, погоди-ка, тут сверху еще что-то. Какого фига? Не кто понял. Включил сирену? Началось. Единство стреляет по картелю. Понятно, блин. Единство прилетело. Сирену подняли. Ё-моё. Все планы мне сбили. Похоже, сейчас залезть вертушка. Ребята, это только усложняет мне задачу. Нам повезло. Эти козлы пошли не в ту сторону. Всем залечь, вертушка! Единство и картель сцепились. Все ко мне. Ясно. Выдвигаюсь. Так, единство, картель сцепились. Сейчас будут друг друга чикать, а потом и на меня переключится. Это как обычно. Блин, мирного не грохнуть бы. Черт, атакую. Ядрить твою на корень, а все планы мне с это испортили. Ну-ка, давайте бежим. Ребята, это бесполезно, я здесь не заберусь. Верно? Ну да, так и есть. Блин, придется обратно идти. Ребята, пошли обратно. А вот это ты зря начал палить по вертушке-то, а? Зря. Ну все, переключились на меня. Ну вот и солдаты уже. Крепление запрашивают, все, сейчас будет финиш. Так, надо как можно быстрее мне уничтожить печки. Цель одна, завод с печками. Плевать на все остальное. Так, ага, добежал.
давайте ко мне все. Эй, все сюда. Вас понял. А где печурки? Приближаемся к цели. Готовьтесь. Проникнем внутрь и уничтожим цистерны и сушилки. Когда мы их взорвем, процесс остановится надолго. А что, если я минометный огонь вызову, а? Он пройдет здесь или нет? Все-таки мы в здании. Убит. Так, ну что, давайте вертушка. Попробуем. Черт, а как их вообще взрывать? Ну-ка, давайте попробуем. Ух ты. Сработало. Так, еще осталось сколько? Три печки. Кого хер там делаешь, шмо? Ну, отлично. Так, вот эти три печурки надо. Осколочная, получайте, кулерос. О, заргут. И еще одна. Осколочная. Как раз гранатки хватило. Ну что, выполнил задание я? Так, точно. Так, лаборатория кока-пасты выведена из строя. Это радует меня. Фабрика разрушена. Лучше бы эмиссару достать голову из жопы, а то скоро ему будет нечем руководить. Так и задумано. Так, а что же нам теперь... Сцепились. Что же нам теперь можешь? Делать? Зараза, чертова сирена. Да, сирены это вообще не в тему. Так, надо бежать туда. Там какой-то у нас... Там у нас медаль. Блин, вот я косорылый, а. Иди сюда, чмо, где ты там? Блин, не сдохнуть бы нафиг. Ну давай ты этот ящик, блин, открывай. Класс. Пистолет-пулемет? Ну нормально. Черт, на подходе бойцы единства. Фига, они тут погром устроили. Так, а здесь что за задание? Не то. Так, ноутбук. Ага, данные опять. Так, ну и здесь где-то у нас припасы должны лежать. А где? Где припасы? Слушайте, надо, наверное, отсюда сматываться нафиг, ядрень фильме, пока тут в ад все не превратилось. Я уже с солдатами воюю единство. Это будет плохо для меня. Пока одна галочка. Когда их станет две, это будет труба. Если их станет три, это будет полная труба. Четыре, это уже будет ад. Не могу найти этих припасов, ладно. Так, поехали. Надо отсюда выбираться нафиг, пока еще есть возможность. Да и три твою на корень, не увидел нифига. Так, ну что, куда нам, ребята, надо? Есть две новые локации здесь и вон там ниже. Поехали, наверное, по этой пока локации. Ненавижу темное время суток. Ни хрена не видно. Фары, как всегда, разбиты. Едем в потемках.
Так, тихо, тихо. Блин, нет, влипли все-таки. Надо было. Ой, что делает? Дострелялся, блин. Все, приплыли. Ну, главное, чтобы хоть выбраться отсюда можно было. Так, ну что, вроде выбрались. Ну, а теперь... Блин, мы еще, как обычно, остались за бортом. Ну, я имею в виду, у побережья возле скал, как обычно. Охрененная перспективка. Да, придется бежать пешком, хотя бы до ближайшего какого-то места, где можно было бы подняться. Подождите, а может быть здесь получится? Да поднимайся ты уже. Все круто, все круто. Все круто, все круто. Ни хрена не круто. Ну хоть хорошо, что хоть забрались. Это радует. Машина, стой. Вот так вот. Стой, они тебя заметят. Да плевать я хотел. Заметят они меня. Мне надо сматывать отсюда. Удочки, как говорится. Ну что же, ребята, на этой ноте, наверное, я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем до скорого, всем пока. Can't stop bounce.